Друзья, товарищи, комрады, всех рад видеть на очередной распаковочке канала. Так, и мне пришла посылочка. Посылочка мне пришла от Георгия из города воинской славы Владикавказ. Покупал я станочек Резорок BBS, и он мне положил на обзор мыло. Мыло знаю какое, Сопали, только не знаю, как, с каким ароматом. Давайте, да, будет сейчас интересно. Так. И вот, что нас встречает. Давайте немножко берем. Так, давайте, наверное, с мылом начнем. Вот такое вот. Скоро у нас будет на обзоре. Думаю, запущу в ближайшее время. Жировое. Угу. Интересно. Аромат такой травянистый. Интересный аромат. Такой даже немножко горький. Возможно, чем-то на полынь похоже. Ну, посмотрим информацию, потом в брите расскажу. Так, спасибо, Георгий. Так, и вот, соответственно, вот эта наша покупочка. Из Куржзама. Мешочек, который поставляют в Резорок. Кстати, да, у них там сейчас на сайте есть разные. Есть, по-моему, есть джинсы синие, зеленые какие-то чехольчики. Тоже будет интересно. Жалко, они бритвы в них не поставляют. И вот такой вот BBS станочек. Давайте коробочку беру. Станок, как нам заявляли, из 316 стали. 316L. Морская сталь. Да, угол, видите, какой большой угол. А по сравнению с обычными, здесь он больше. И, как заявляет изготовитель, да, Резорок, 35 градусов изгиб лезвия. Ручка, ручка бульдог. Такая довольно-таки цепкая. 90 миллиметров. По весу, да, еще не приобрел ничего. Весы пока сказать не могу. Так, я не знаю, будет вам видно. Да. Номера. Все как мы любим. Как говорит Паша, Резорок Канада. Да. Да, и по мнению производителей, бритье из-за такого угла, бритье более мягкое, но более эффективное. Ну, не знаю. Все это посмотрим, все сравним. Сначала на каких-нибудь средних лезвиях, может быть, Астра, может быть, еще что-то попробуем. Вот такой вот красавец. Ну, примерно, наверное, около грамм 100, 90-100 грамм. Так он выглядит. Ну что, ребят, спасибо, что смотрели, досмотрели. Оставайтесь, впереди еще будет очень много интересного. Аривидарчи!